Шумное радио. Радио на радио. Там, где месяц сказку сторожит, где в зеленых дебрях ветер роще, роща соловьиная стоит, белая березовая роща. Там на тонких розовых ветвях, в зарослях черемухи душистой, соловей российский славный хан открывает песнь свою со свистом. Из полей уносится печаль, из души уходит прочь тревога. Дорога. Земля становится роднее, и сердца понятно, что проще, и мне духу тронул соловей маленький волшебный белый рощи. Совсем не ведая, эту песню я записать с пером от журавлиного полета. Из морей уносится печаль, из души уходит прочь тревога. Дорога. Там на тонких розовых ветвях, selle kvaliteeti meie ei saa siis nagu öelda, et see ei ole see. Ei tahad tulla ikka tagasi kodusse. Ei, eks teine teist on täiend, aga mis nende kiiruse kohta, siin on ka loomus taga ja teisel töötab see asi ja mõte kiiremine, teisel aeglasemalt ja elus on asju mitmeid, kui annab teha, siis teeb ära. Nüüd pensionipõlves ehk ei ole nii kohutav see asi, aga teatud kordadel on kiirus vajalik otsustada mingi asi, kui sa jääd seal väga venitama, võib negatiivsed tagajärjed olla. Sakraalse kvaliteedi. Jeesus tunnen, et juureen ja